Всем доброе утро. У нас 10 часов. Сама себя спрашиваю, или у вас. Меня пригласили родители детишек, с которыми я сижу. Короче, они пригласили сегодня меня на озеро, другое озеро, полтора часа до него ехать. И мы здесь живем, я здесь живу, а оно вот там, короче, внизу, короче, в нижней части Индианаполиса. Озеро, прикольный там рядом парк. Опять же, не знаю, буду ли снимать. Спрошу у них, как они, если они ок. На улице жара, уже 27 градусов, а сейчас только 10 утра, а днем будет вообще там за 30. Так что такое трушное, горячее лето здесь. Мне Дима с Олей разрешили снимать, так что все с разрешением. Мы приехали, смотрим, они тоже здесь первый раз. Так что смотрим, куда вообще здесь можно пойти. Озеро там. Так здесь красиво просто. Русские, ну даже людей нет. Странно, хотя вроде воскресенье. Посмотрите. Просто сказка. О, там один человечек есть. We need to speak English so kids could understand because they speak Romanian and English, not Russian. Hi. Noisy, not as polluted. Nathan, be careful. Up. Look, look how many stones. Yeah. Let's go. Now you're a driver. Все, они уезжают, меня оставили. Шутка. Короче, они просто туда подальше проедут, чтобы посмотреть другое место. Кто-то с трейлером здесь живет. Территория, как вы видите, здесь чудесная. Конечно, птички приятно поют. Воздух. Кстати, они мне дали такую бутылочку, водичку. Я вспомнила, что в детеншн, когда мы были на самолете, нам тоже такие бутылочки давали маленькие. Одну, кстати, дали. Одну. 200-300 миллилитров. Конечно, есть туалетики прикольные. И это называется Yellowwood State Forest. Ага. It's nice place. Вода такая теплая, это озеро, и здесь... Мама, is there? Yeah. Ну, не серф это, конечно. Как вы, ты говоришь, это называется? Доска можно. Супер. Выглядит очень круто, стильно. И пойдем вниз. Тут еще местечко, вот. Подальше посмотрю. Там люди, кстати, уже подъезжают. У них тоже, как этот борт, не могу запомнить, падлборд. Но здесь... Такое более уединенное местечко. Говорят, что тут нельзя купаться, тут есть животные, черепахи. Но, типа, люди здесь купаются. Вода чистая, прозрачная. Это очень крутая тема. Одной рукой левой. Ай, тяжело. Ай. Сейчас, если что, час дня, самое пекло. Поэтому футболки, да, чтобы не сгореть, а то я уже сгорела. Разочек тут. И, кстати, это мы там и были, стояли вон там. Парочка, мы с ними поговорили на стоянке. Ну как мы, Дима предложил им эту накачалку от машины, они сказали, не, мы сами. Так прикольно, эти волны бьются об доску. Слышно? Надо грибсти, конечно, вот. Ну и что, спустя некоторое время я уже стою. На самом деле оказалось, это, это не так и сложно баланс держать. Я думаю, что мы сможем потом, да, я уже говорила об этом, что-то же купим, потому что это кайф. Короче, прицепила я телефончик на руку вот так, и теперь даже если светит, не упадет в воду. Ей! Ой, все нормально, надеюсь, снимает. Пришло время Оле покупаться, посерфить. Уже люди пришли. Ей! У меня еще один заплыв. Уже без футболки, уже за 4 часа вечера, дня. Так что кайфую еще разочек. И уже, наверное, скоро, может, поедем домой. Короче, смотрите, смотрите, куда я приплыла. Почти к этому берегу. Стоя, уже стоя. Надоело сидя. Так что пока стою тут, фотографируюсь посередине. Посередине озера.
Время обеда, ужина, перекуса. С собой вкусные такие сэндвичи. Либо лаваш, либо хлебушек. Детишки купаются. Я накупалась. Я накупалась, я уже мажусь этим алоэ, вот такой штучкой, чтобы, короче, помочь своей коже справиться с солнцем. И поедем домой, ехать 1,5 часа. И тут такой домик в этом, когда чуть поднимаешься от озера. Домик с кучей столов, с несколькими, что-то камин. Это же не для шашлыка. А, здесь печь. Вот это да! И пахнет тут соответственно. Бабочка летает. Да бабочка села. Какая-то она бедная, покоцанная прям. Бедняжка. Ну все, теперь мы едем домой. Пока. Шмоточки. Такие чуваки, байки. А как это место называется? Ice cream. А, homemade ice cream flavors. Вижу. No. No. Okay. Well, three cups. Я говорю, Оля, что я как кино смотрю. Thanks. Wow, it's a big one. Еще и заправимся. Ням-ням. Всем спасибо за просмотр этого влога. Попрощаюсь с вами здесь. Пока тихо, спокойно, красиво. Везде лучше даже с этим фоном. До новых встреч. Пока-пока.